пожалуйста. Два брата таких прекрасных. Мы помним их по прежних конференциям. Это город Пенза. Благословит вас Господь. Мы рады вас приветствовать, и нам приятно участвовать на этой конференции. Мы споем две песни. Обычно эту первую песню мы поем на свадьбах, но Писание само говорит, что церковь есть невеста, а сам Господь Иисус Христос есть жених. И мы ожидаем Божьего рассвета, когда земля прекратит свое существование, и мы встретимся на пире Божьем, и мы будем в вечности с Иисусом Христом, будем в этой радости находиться. Но пока здесь на земле нас встречается и горе, и слезы, но там этого всего не будет.
можем печалиться, мы можем чувствовать себя одинокими и говорить, что только с нами вот произошла вот эта трудность, беда. Но никогда не переставайте молиться. Ты молись, и Бог будет рядом, и Бог будет помогать тебе.